ожидаем от этого проекта, но теплого, благоустроенного помещения, в котором будет тренажерный зал, группа здоровья заниматься, будут заниматься детки. Дополнительно направить 24 миллиарда рублей на обновление в том числе и домов культуры, библиотек, музеев, сельской местности в малых исторических городах России. От лица молодежи хочу попросить помощи в ремонте Дома культуры, ведь это место нашего общения и культурного развития.